Все, я снимаю. Так. Изменить можно. О. Вентилятор есть. Я могу его изменить. Слушай, как будто это лестница, да, вот. Да. Только на для чего вопрос? Ты должен залезть наверх. Ну а зачем здесь тут забираться? Вот вопрос. А тут страх-то надо выйти будет, если лифт застрянет здесь. Ну, черт его знает. Да, черт, что угодно. Так, ладно, давай сейчас посмотрим. Давай, выходим. Так. Да, я уже понял. Так, еще пойдем к выходу сейчас. Тут должно быть как минимум два. Нет, езжайте, езжайте. А почему? Езжайте, езжайте, мы подождем. Ну хорошо. Что ты делаешь? Сейчас открою. Не надо закрывать. Блин, оригинально, чтобы там никто не помешал, типа пассажира. Конечно, там никто не мешал, это наш собственный лифт. Да. Это наша собственность. Да, но только не забывай, что он для всех вообще. Необычный лифт довольно. Давай. Там несколько систем устроено. О. Музыка? Нет. Да, кстати. Второй этаж. Что, выходим? Да, выходим. Пока открой дверь мне. Открой? Да, открой пока дверочку. Я сейчас засниму. Так, его слой. Чего будет? Совки, надеюсь, будут еще. Ну подожди, еще надо дойти еще до, для начала. Да, если есть, конечно, совки. Есть, есть, есть. Это самое. Давай. А я к тому выходу. К тому выходу пойдем. Не, не надо уже открывать. Давай. Сейчас пойдем еще к тому выходу. А? Да, чтобы нам никто не мешал съемки. Ну-ну, оригинально. Ну, сюда. Или пока мы съемку не закончим, типа. Так, а это для тебя. Так, мы сейчас еще к третьему выходу пойдем. Третий. Ну вон-то, да. И как, еще один должен. Потом посмотрим и дойдем до адресов. И после этого уже домой.
Да, я видел. Подожди. Не, спускаться уже сюда мы не будем. Ой, какая милая лисичка. Ага. Этаж 2. Вот это более правильно. А то что это такое, этаж 2? Этаж 1, этаж 2. Да, немножко не очень грамотно. Давай. Давай. Пойдем туда. Уважаемые подписчики, с вами мы, лифт и Дмитрий. 02-12-93. Да. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока.